Меня зовут Вероника Мищенко, и это мое видеообращение блогерам, SEO и маркетологам международных компаний, которые рекламируются на белорусском телевидении. Я работала со многими брендами, поэтому я хорошо знаю, как сложно завоевать рынок и как легко его потерять. Сейчас белорусский режим получает миллионы долларов от рекламы на государственных каналах. Эти деньги идут на разжигание социальной нетерпимости, пропаганду насилия и беззакония, поддержку нелегитимной власти. В наших силах перенаправить эти деньги на благие дела, поддержку хосписов, приюта для животных, улучшение содержания политзаключенных, экологические проекты, пострадавшим от COVID-19. Я прошу всех блогеров Беларуси и русскоязычных блогеров, поддерживающих нашу борьбу с нелегитимной властью, заменить белорусские каналы и предложить международным брендам бесплатную рекламу на всех наших ресурсах. Я обращаюсь к SEO и маркетологам международных брендов, которые откажутся рекламироваться на белорусских каналах. Мы можем создать общее рекламное пространство. Мы можем дать вам охваты и демографические срезы. Мы можем нативно рекламировать ваши товары и услуги. Вы видели, какую всенародную поддержку и признание получили Нивея, Шкода, Тесо, отказавшиеся поддерживать нелегитимный режим. Сейчас вы можете бесплатно завоевать сердца и кошельки ваших покупателей и показать, что вы уважаете своих покупателей и их желание жить в законе и безопасности. Уважаемые коллеги, блогеры и админы телеграм-канала, давайте объединимся и еще раз покажем нелегитимному режиму, какой огромной силой обладает мирный гражданский протест. Пока мы едины, мы непобедимы. Живи, Беларусь!